Всем привет! Всем большой привет! Я очень рада, что вы выходите, что в ваших телефонах стоят оповещения, и вы можете со мной пообщаться. Потому что я никогда не предупреждаю в своих эфирах, потому что вот вся жизнь у меня какая-то просто одна сплошная спонтанщина. Просто спонтанщина. Все зависит от моего настроения, как я встану. Понимаете, то если это, я же должна проснуться в этом с музой в своей голове. У меня должно быть вдохновение. А если я пообещаю вот это вот, а проснусь без вдохновения вообще. Я вообще сейчас какой уже день, блин, не сплю, у нас перевели время. И я не знаю, что случилось с биологическими часами моего организма, но я никакущая, я вот просто вот размазня. Да, спасибо. И я прихожу, я какие-то делаю дела, и мне самое нравится, знаете, когда я такая, наконец-таки у меня есть время почитать. И вот я такая, приоблокочусь на диванчик, открываю книжечку, и ровно на 5-й минуте меня просто выбивает в сон. Просто такая, меня выключают, закрывают жалюзи, и я отрубаюсь. Вот так вот я читаю. Короче, сплю каждый день в обед сплю. В общем, сегодня я хотела... Больше не подруги, смешно, да. Сегодня я хотела поговорить с вами о мотивации. Просто вот такая интересная эту тему у нас образовалась. Помните вот это вот мое последнее видео, где я вам рассказывала про тайгу? Вот про эти свойства. Говорила, что я ищу 10 человек, мне нужно сделать сильную команду. Помните? Вот оно буквально вот немножечко пост назад. В общем, пришло очень много человек. Пришло не 10 человек, пришло 110 человек, грубо говоря. Я, конечно, понимаю, что все не останутся, и, конечно же, я из этих людей выберу таких наиболее сильных лидеров, с которыми мы будем работать. Но с чем я столкнулась? Вот с чем я столкнулась, я хочу сегодня с вами поделиться. Очень много неуверенности в людях. А люди находятся в точке А. Они хотят достичь точки Б. Точка Б — это, давайте вот такой, успех у всех, я буду называть это успех, но у всех разные критерии успехи. То есть вы для себя выберете свой успех. Успех — это не обязательно иметь миллион. Успех, может быть, кто-то хочет купить iPhone, грубо говоря, да, и для него это уже успех. То есть вы выбираете свой критерий успеха, свою сумму, которую вы хотите зарабатывать. Кто хочет зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, я хочу зарабатывать 1 000 000 рублей в месяц. Вот как бы, да, вот, anyway, это критерия успеха. Это там, где находитесь вы. Практически 99.9% хотят с точки А оказаться в точке Б, не проходя весь этот путь. Потому что этот путь им кажется очень долгим. Они смотрят даже, ну, для кого-то я успешная, ну для кого-то, да? Хотя на самом деле шуровать и шуровать. Но тем не менее, самостоятельная, не зависящая ни от кого, не зависящая. Есть возможность путешествовать, есть. Не надо никого спрашивать, что купить, можно, нельзя, да. Недвижимостью обладаю своей собственной, не мужней, собственной, да. Машиной обладаю, то есть, как бы, да, уже успешно. Несколько источников дохода, окей, там, о цифрах, может быть, это не миллионы, но я себя чувствую комфортно, я никому ничего не должна. Значит, я успешная. Может быть, да? Вот. Так вот, как это получилось? Я не пришла сразу в точку Б. Я была в точке А и даже в минус точке А. Скорее всего, в минус точке А. Вы все знаете мою историю, а как я приехала в Америку, и как тяжело заявить о себе в чужой стране на чужом языке, когда ты на нем не говоришь. Без документов, одна с ребенком. Но тем не менее, опять-таки же про людей. Вот они, допустим, пришли работать сейчас ко мне в чат, и они видят, что надо с точки А, чтобы быть там, где я, сделать целый путь, идти. О, нет, это надо идти, у меня не получится, это очень долго. Я хочу вот сразу в А, перенесите меня в точку Б. Это касается любых достижений ваших, я хочу сказать, что такого никогда не будет, никогда в жизни. Все, что вы видите, если вам рекламируют, быстро. Все, что вот все, быстро, быстро, это все неправда. Везде надо работать. Кто из вас не хочет получать пассивный доход? Вот кто? Все хотят. Все хотят. Чтобы получать пассивный доход, надо что сделать? Надо сделать денежное вложение, да? Надо не только денежное вложение, но еще плюс время свое.
Дальше идем. Чтобы заработать эти деньги, что надо сделать? Надо какие-то усилия применить над собой. Все мечтают о пассивном доходе, им кажется, вот сейчас они 10 рублей положат и умножат это на 1000. У меня ребенок сейчас, кстати, говорит, мама, представляешь, кидают, говорит, рекламу в Инстаграме все время, а, как это называется, господи, на английском-то не помню, когда я говорю, давайте все скидываемся по 100 рублей, а через неделю я верну по 1000. Это очень известный трюк в Инстаграме, в Телеграме. Так что вы думаете, люди скидываются. Люди скидываются, потому что они хотят из точки А перепрыгнуть в точку Б, а мозгов-то не хватает. Когда вы идете в точку Б, вы себя формируете как личность, вы получаете этот опыт. Вам хочешь, не хочешь, придется научиться, придется открыть YouTube, посмотреть, как это делать, Придется знакомиться с новыми. Вы подготавливаете себя морально, психологически, физически даже к вот этому вашему успеху. Потому что дебилы, по-другому я не могу их назвать, простите, если среди вас оказался тот, кто там послал кому-то деньги, они хотят, чтобы их перенесли. Но поскольку они не готовы вообще своими мозгами, естественно, их наёшкивают. Ну, как бы, как всегда, естественно. То есть, да, по-другому не бывает. Возвращаясь к моему чату. Вот смотрите, я 2 года работаю в тайге, как бы я даже не напрягалась, грубо говоря. Мне сколько говорили напрячься, я не напрягалась. Мне почему-то не хотелось. Я никогда в жизни не говорила о своей зарплате. Мне как-то стыдно. Мне вот все время говорят, ну, подогрей людей, ну, расскажи, вот как ты это делаешь. Я такая, ну, как-то мне стыдно показывать что-то. А вот сейчас, когда я сделала это последнее видео и показала, огромное количество людей объявилось, которые говорят, мы хотим точно так же. Самое интересное, что среди этих людей есть мои подписчики, которые пришли 2 года назад, как бы со мной работать, и они уже прекрасно зарабатывают. Так вот, 2 года заняло у человека, чтобы пройтись до половины, скажем, точки Б, но он уже зарабатывает. Сколько вы можете потратить своих лет, чтобы зарабатывать? Вот мне интересно, вот скажите, вы когда приходите в университет, сколько вы тратите времени, чтобы начать работать на самой низшей зарплате? На самой низшей. Еще надо попробовать устроиться без опыта, да? Так вот, я помню время, когда я работала тренером. Я разъезжала на машине к приватным клиентам, к частным. Очень сильно уставала. И я не видела себя в другом, я не знала, как мне еще зарабатывать. И в один день я решила уйти с этой работы, уйти в никуда. Теперь внимание, представьте, я с ребенком, мы просто бомжи с мужем, ребенок маленький, за квартиру платить, за все платить. И я решаю уходить с физической работы, которая мне приносит $100 за тренировку, а это немало. Плюс еще столько же за массаж, который я делала своим вот клиентам. Уйти в никуда. Уйти в интернет. Я решила уйти в интернет, потому что я так устала. Я понимала, что вот если я сейчас уезжаю куда-то, я остаюсь без денег. Я не могу путешествовать. Ну, путешествовать даже громко сказано. Я не могу отъехать на выходные, потому что я остаюсь без денег. Я решила уйти в никуда, в интернет, в один день. Было ли мне страшно? Было. Я бы находилась в точке А, уже со своей стабильной зарплатой. Мне стабильно платили $100 за тренировку. Тренировок у меня было много. И мне надо было уйти в точку Б. Как вы думаете, вот о чем я тогда думала? Сколько мне надо шуровать до этой точки Б, вот в интернете тут научиться работать, да, чтобы зарабатывать? Я через это прошла. Я не умела. Меня просили, заведи Инстаграм, тогда только Инстаграм появился. Я не знала, что такое Инстаграм, я не знала, что такое Фейсбук, я знала, что такое Одноклассники, я не знала, что такое Ютуб, я не знала, что такое держать камеру, что такое звук, как делать посты, как делать фотографии, я не знала ничего. Ничего. Вот кто из вас в таком же положении находится, который не знает ничего? Большинство из вас. Да? Я же не ошибаюсь.
Но я же тоже не знала ничего. И что я стала делать? Вот так вот тыкать кнопочки, читать кучу статей, смотреть кучу видео полезных. Стала пробовать, стала плакать. У меня ничего не получалось. Но поскольку мне было больно, терли ноги, и я шла к этой точке Б, я к ней пришла. Теперь иду на точку С, Си, как она? А, Б, С. Блин, А, Б, С. Короче, к чему я говорю? Что если вы сейчас начинаете свое дело, даже вы пришли ко мне в команду, я вам говорю, что, ребят, чтобы продавать вот это, хочешь ты, не хочешь, ты должен выходить в интернет. Потому что вы мне говорите, ой, а у меня нет знакомых, кому продавать, у меня маленький круг. А ты не рассчитывай на своих знакомых. Вы что думаете, я когда заводила свой YouTube или начинала вести свои тренировки, я рассчитывала, что у меня две подружки придут, два лайка поставят? Нет. Нет. Я рассчитывала на весь мир. А знаете, как меня обрубали российские барышни? Они говорили, ты кому нужна здесь? Они мне так и писали. Тренер? Ты кому нужна? У нас в Москве своих тренеров. До хрена и трошки. Да ты кому нужна со своими тренировками? Они нелепые, там плохой звук, там плохая картинка, там плохое все. У меня было все плохое, вот все плохое. Но я брала и шла вперед. Я помню, как на второй неделе своей работы онлайн я заработала первые $50. Как я училась, как я плакала, как... Это целый путь. Но, смотрите, вот давайте я вас сейчас подбодрю. 7 лет, так, с 13-го, подождите, уже 13, 7, уже 9 лет. 9 лет я работаю в интернете. 9 лет. За 9 лет я стала совершенно свободная и самостоятельная. Я сама построила себе греческий дом. Я сама купила одну квартиру, потом вторую квартиру. Сама. Вы понимаете, что такое сама? Без помощи. Я могу свободно путешествовать. Вот ты меня сейчас куда-то позови, я поеду. Вот вообще мне по барабану куда. У меня есть свой телефон, у меня есть свои программы, которые продаются. У меня есть свой продукт. И еще у меня есть тайга, который приносит именно пассивный доход. Потому что когда я продаю свой продукт, как я продаю свой продукт для лица? Девочки, это адский. Я должна его своими руками сделать. Это ты сидишь вот так вот, эти граммы взвешиваешь, это по этим формулам, по этим граммам, крутишь, закручиваешь, пока там все бутылочки обрабатываешь, пока их пакуешь, пока проверяешь. У меня шея болит. Это труд, который я делаю физически. И если я уеду куда-то, я не смогу продать здесь по Америке, потому что я уеду, я буду терять деньги. А вот с этой штукой я могу быть хоть где вообще. Потому что в течение 2 лет я положила на это 2 пассивных года. Я была засранкой, я двигалась лениво, но все равно у меня ушло 2 года, чтобы выйти на доход в 500 000, ну почти что там, иногда чуть поменьше, и которые тебе капают, вот что бы ты ни делала, где бы ты ни была, они будут капать. Вы понимаете? Окей, и вы сейчас скажете, да, Юлиса, ну ты же блогер, тебе легко. Возвращаемся в пункт номер 1. Юлиса была блогером 9 лет назад? Нет, была. А вот скажите мне, пожалуйста, вот вы готовы сейчас начать, вот ноль, как я, ноль вообще, вы вообще не понимаете ни Инстаграма, ни Фейсбук, вообще ничего не понимаете. Вы готовы сегодня начать идти к точке Б, чтобы через 9 лет прийти туда, где я, а может быть даже... на ступени выше. Вы готовы потратить 9 лет жизни, чтобы построить себе дом, купить квартиры, машины, путешествовать? Вы готовы к этому? 9 лет стоит того? 9 лет стоит усилий? Вот ответьте мне на этот вопрос. Да какое 9 лет? Вот с той же тайгой 2 года. 2 года. Вот вы начали с точки ноль. У меня подруги есть. Они очень талантливые, они очень харизматичные, очень. Опять-таки же, проблемы с работой. Проблемы с работой, человек не хочет ходить на работу, человек устает. Это ужасно. Каждый день ходить на работу, это ужасно. Человек хочет освободиться от этого, поехать в отпуск, куда ему хочется.
Я говорю, девочки, начните сейчас, но вы же харизматичные, начните сейчас. Это труд, это надо ходить с блокнотиком, это надо записывать свои мысли, мысли преображать в текст или в видео. Но это же, блин, лучше, чем ходить на работу всю жизнь и за всю жизнь не купить себе квартиру. Это невозможно, это надо брать какую-то ипотеку, это стресс. У меня без ипотеки вообще, я вообще не пользуюсь ни ипотеками, ни кредитными картами, ничем. Вы понимаете, о чем я говорю? Может быть, именно в тебе скрывается тот талант, о котором ты не знаешь. Может быть, ты такая харизматичная. И вот вы сейчас, да, полно всех уже в интернете, полно, всегда всех полно. И дебилов на улице полно, и в интернете полно людей. Но не надо себя... Я когда выходила в интернет, там тоже было полно тренеров, полным-полно. Но тем не менее, как-то я же вот втесалась. Да, окей, может быть, ты не будешь зарабатывать 500 тысяч в месяц, но 100-то будешь, но 100-то будешь. Как мне один человек сказал, в интернете деньги есть, потому что ты охватываешь, чтобы тебе продать одну тайгу за 3-400 твоим соседям, у которых зарплата 6 тысяч рублей, понятно, ты ничего не заработаешь, но когда ты работаешь со всем миром, это совсем другое. Вот. Я никак не отношусь к американским биодобавкам, коралловому клубу, вообще никак не отношусь, потому что я для себя нашла тайгу. Все, мне больше ничего не надо. Вот если я для себя нашла цвет волос, мне вот он идет. Это мой цвет волос. Какого хрена мне краситься? Как вы относитесь к рыжему, к черному, к фиолетовому? Я нашла себя, я нашла свой цвет волос, я нашла продукт, который я употребляю. И все. В коралловый клуб, если вы сейчас попадете, если вы имеете в виду там даже как работу, вы ничего не заработаете, потому что компания очень старая уже, и вы попадете под самые-самые низы, там просто будут копейки. Здесь можно заработать хорошие деньги. Дальше, что я вам хочу сказать. Мне очень... я решила, вот я себе дала сейчас слово, все, я решила с этого момента начать работать в тайге прям усиленно, прям очень стараться, чтобы поднять свой чек до миллиона. Вот вы представляете себе, до миллиона пассивного дохода. Когда ты выстраиваешь свою уже команду, вот сейчас я буду усиленно-усиленно стараться, но когда я выстрою уже свою команду, когда я сделаю ее крепкой, то есть там уже... Особо работы никакой не надо будет делать. Да и какая это работа, девочки? Это работа интернетская, онлайнная. Я должна сделать красивую фотографию, должна написать хороший текст, я должна работать онлайн. Я думаю, это не только ходить на работу. И мне сейчас, если сейчас меня слышат, кстати, вот смотрите, если сейчас меня смотрят все те, кто работал когда-то в сетевых компаниях, у кого есть опыт, кто работает в Greenway. Сейчас, кстати, из Greenway все выходят, потому что ну, там уже невозможно зарабатывать. Все выжили. Если вы меня сейчас смотрите, пожалуйста, напишите мне, потому что именно вы за 3 месяца, это я вам просто отвечаю, вот если вы работали в Greenway или там в NL или какая-то еще компания в коралловом клубе, вы за 3 месяца получите машину. Вот это я вам обещаю. К нам сейчас пришли в мою команду, мои девочки, подписчицы, кстати, пришли несколько девочек из Greenway. Они уже знают, как это работает, они знают, как делать посты, они знают, как рассказывать. Девчонки сейчас за 3 месяца просто вот выходят на машину. 3 месяца, ну 4 максимум. Я за 4 месяца вышла на машину. Ну вы знаете, что я машину не взяла, я взяла носить наклейку на своей машине, потому что у меня машина новая, зачем мне еще новая машина, куда я ее дену? Как бы у мужа машина была, у меня была, куда я третью машину засуну? Поэтому я выбрала возить наклейку в Вилави, и вот сейчас я получаю около $1000 за эту наклейку, то, что я вожу ее. То есть к чему я говорю? Потому что я знаю, что у меня есть подписчицы из Greenway, пожалуйста, придите, я вам просто обещаю. А все остальные девочки, если вы приходите ко мне в команду, и если вы начинаете работать, и я вижу, что действительно вы стараетесь, но у вас не хватает там... Вы не можете дойти до этой машины, у вас или там до чего-нибудь, у вас не хватает. Обещаю помогать, обещаю давать людей, как я сейчас сделала, у меня вот подписчица, она уже вышла. Подписчица, это не блогер. Это не блогер.
Вот давайте начнем с этого. Это просто подписчица, которая пришла год или полтора назад со мной в тайгу. Она дошла до того, чтобы получить машину за год. Тоже неплохо. За год дойти до машины. У вас не было машины, а через год у вас стала хорошая машина. То есть не «Жигули» какие-то, а новая классная машина. Но у нее не хватило немножечко баллов, чтобы вот выйти на машину взять. Я ей помогла, я ей дала людей. И у нее сразу баллы поднялись. То есть я обещаю помогать тем, кто работает, кто старается. Я обещаю помогать баллами, и чтобы вас доводить до машины. Мне это будет очень-очень-очень полезно. Выберите для себя... Нет, девочки, квартиру в США – это не тот еще уровень. Квартира в Лос-Анджелесе у нас стоит миллиончик. Миллиончик. А еще каждый месяц, вот у меня сейчас у друга квартирешка своя, да, хорошая квартирешка, получается зал и две комнаты небольших, два туалета в хорошем городе, в хорошем здании, миллиончик с лишним он за нее отдал, и каждый месяц он платит 1300 каждый месяц, что он живет в этом доме, пользуется лифтом, парковкой, все красиво, бассейном и залом. 1300. Я на... Вот, окей, да, у него другой доход, понятно. У меня еще нет такого дохода, чтобы вот тут там. То есть на данный момент у меня нет миллиона долларов. А если бы даже он у меня уже был, я бы его скопила, то представьте, ты за миллион покупаешь квартиру, ты каждый год платишь за нее налог, 1%. И плюс еще каждый месяц ты платишь вот такую комиссию за то, что ты живешь в шикарном доме. Как бы я так не хочу. Не знаю. Но у меня еще столько денег нет. Может, когда бы заработаю столько денег, захочу? Не хочу больше соглашаться на стабильную, но ограниченную оплату. Вот так вот у меня. Вы знаете, как мне мама кричала? Ты что? Ты куда? Стабильность, стабильность. Какая стабильность? Вот если я в этом месяце не заработала денег, кто виноват? Босс? Нет, я виноват. Потому что я ленивая жопа. Потому что я не сделала там видео, какой-то материал. Я не прорекламировала. Понимаете? Я ленивая жопа. А не кто-то другой. Как я себя поддерживаю, когда нет силы, устали очень? Да никак. А как мне себя поддерживать? Ну никак. Понимаете, у меня нет выбора в жизни. Как мне себя поддерживать? У меня нет мужа, который бы постелил мне подушек и сказал, расти свою жопу на этих подушках. У меня нет этого. У меня всю жизнь я рассчитываю сама на себя. Я здесь и выжила только потому, что рассчитывала сама на себя. И сейчас тоже у меня такой момент. Нет, конечно, прекрасно. У меня есть там бойфренд, друг, но я не могу на него рассчитывать, потому что у меня сегодня друг, а завтра разный друг. Вот так вот бывает, понимаете, как в жизни. Поэтому я рассчитываю только на себя. Я страшно устаю. У меня очень, как я вам говорила, у меня сильный перепад настроения, сильнейший перепад. Я не могу ничего с этим сделать. Я уже брала там и сессии помощи. У меня в минуту может меняться настроение. Но поскольку я мать, у меня есть ребенок, за которого я отвечаю, у меня есть моя жизнь, за которую я отвечаю, если я расклеюсь, я пойду вот в тот вот минус «эй» пункт. Я уйду туда очень быстро. Поэтому хочешь, не хочешь, устала, не устала, встала и все, и делаешь. Да, смотрите, я купила в России, потому что Крым – это мой родное мое место. Я не знаю, где я буду коротать старость. Я не знаю. Поэтому я купила, я и дом там построила в прекрасном месте, и квартиру там купила, потому что я туда буду приезжать, это моя родная земля. А здесь я уже думаю потом, вот я сейчас закончу с домом, я сейчас все силы направляю туда, а потом уже здесь буду что-то покупать, но не в Лос-Анджелесе, это 100%, потому что на данный период я не тяну. Наверное, в Лас-Вегасе. Вот. Да, Татьяна, меня тайга избавила от герпеса. Вот эта вот штука меня лично избавила от герпеса. Девочки, у меня был страшный герпес на одном и том же месте, на ноге, на ляжке, на задней части. Он был огромный, он каждый год возникал, у меня там уже образовался шрам, этот шрам стал фиолетового цвета, вот какой был герпес. Все,
У меня 2 года, 2 года я пью тайгу, у меня 2 года нет герпеса. Вот и все. Кстати, смотрите, вот Наталья, забывайте сказать, Наталья, это моя подписчица из Севастополя, мы встречались в Севастополе, Севастополь, маленький город. Наталья занялась тайгой, пьет сама, занялась ей, открыла склад в Ялте. То есть человек 2 года еще не мог подумать, что такое вообще будет. Сегодня она, у нее есть уже склад тайги в Ялте. Все те, кто живут в Крыму, могут заказывать через Наталью, выбирать склад в Ялте. Наташа и сама ездит, всем развозит. То есть уже доставка будет, я не помню, тут что там, она бесплатная по Крыму, эта доставка, или там что-то какие-то копейки совсем. То есть это моя подписчица. Опять-таки, если скажете, Юлиса, ты блогер. Окей, хорошо, как будто бы я родилась блогером. Да еще какой я сраный блогер. Простите меня, пожалуйста, столько лет топтаться на одном количестве подписчиков, потому что я не покупаю вообще рекламу. Но тем не менее, я вам хочу сказать, что вот это вот моя подписчица, это не блогер, это моя подписчица. И все мои подписчицы, которые в моей команде, это обычные девочки, самые обычные. Плюс даже если 10 тысяч за месяц рублей в тайге заработать, пфу, вот так, пфу, вообще ничего не стоит. 10 тысяч никому не нужна прибавка к зарплате. Это я понимаю, у меня здесь в Америке копейки, они меня не спасут. А вам 10 тысяч реально могут поменять жизнь вашу. Потому что эти 10 тысяч вы можете отложить, жить на свою зарплату, а 10 тысяч отложить на отпуск. И за год у вас будет денежка слетать куда-то. Девочки, жизнь может вот так вот поменяться. Но самое интересное, что если вы покупаете, допустим, для себя, вот вы купили экстру, компания вам дает такие условия. С каждого продукта вы получаете кэшбэк. С каждого. При том случае, если вы покупаете себе каждый месяц, вот своей семье, там, по-моему, 3 бутылочки выходят. То есть не надо делать никакие закупки, как в Greenway, там закупаться на 100 тысяч, не вообще не надо. Вот вы купили несколько бутылочек, 3 штучки себе и своей семье. Все, вы с каждой бутылки получаете кэшбэк, который падает к вам на профиль. На следующий месяц вы заходите и думаете, дай-ка я сейчас куплю. Опачки, а у вас в кабинете лежит уже кэшбэк с вот этих вот бутылочек. И вы используете его, этот кэшбэк, на покупку новых бутылочек. И что вы себе думаете? С этого же кэшбэка вам дают такой же кэшбэк. То есть это никогда не заканчивается. И в итоге вы себя выводите на то, что вам продукт вообще достается сначала за копейки, потом бесплатно. Потому что вы используете кэшбэк. Все. Вы понимаете? То есть это очень выгодно. При том случае, если вы покупаете себе каждый месяц. Это такой как бы подарок от компании. Вот. Поэтому, пожалуйста, услышьте меня, девочки, кто занимался сетевым. Напишите мне. Я вам обещаю за 3 месяца просто прорыв, машину и все остальное. Окей? Я сделаю сторис. Я оставлю ссылочку на регистрацию, все те, кто захочет ко мне в команду. У меня в команде, кстати, работают еще 2 человека, Катя и Ника. Это потрясающие люди. Катя придумала свою систему, как вообще продавать, как строить свою команду. Это уникальная система, ни у кого больше другой такой нет, вам становится все понятно. И она ведет потрясающие вебинары, где раскладывает вам по полочкам, как это сделать. То есть вас никто не бросает. У меня очень сильная команда, мы будем еще ее укреплять и укреплять. Вы попадаете в мой чат, вопросы-ответы в чате, и если вы хотите работать, уже вы переходите в другой чат более серьезный и остаетесь у меня, и там у нас обучение. В общем, я просто зарегистрировать себя. Я сегодня в сторис оставлю ссылку, зарегистрировать себя и просто начать. Страшно будет! Очень страшно, ничего не понятно будет. Девочки, 9 лет. Дом, квартира, полная независимость. Только этого я достигла не через 9 лет, а гораздо раньше. В свободе я стала, вот я вам сейчас скажу, в свободе такой, что, ну, боюсь соврать точно, ну, года 4, скажем так. Вот года 4 я работала в интернете, когда я себя почувствовала уже, что все, как бы я могу накопить деньги, я могу уехать куда хочу. Ну, через 4 года вот так вот.
я шла. А до 4 лет я просто жила, как бы себя чувствовала неплохо, скажем так. А через 4 года, если я почувствовала, прям уже так вот стабильно. Я, по-моему, и квартиру купила через 4 года, чтобы не соврать. То есть вы учитесь в университете 5 лет, приходите на работу, и вы нестабильны. Вы снимаете какую-то квартирёшку, вы там с кем-то живете с бабушкой, вы зависите от мужа. После 5 лет ежедневного труда в университете. А какое у нас сейчас время? Как бы вы не сопротивлялись, этот интернет надоел, этот Инстаграм все надоело, Ютуб надоел. Не надо делать вот так, это наша жизнь сейчас. И именно сейчас коронавирус показал нам, и именно сейчас вы должны активировать все свои точки, все свои, просто вот все, чтобы влиться в этот интернет, чтобы научиться работать в Зуме, чтобы научиться работать в Инстаграме. В Инстаграме, в интернете работы вот так вот. Вы просто ее не видите, потому что вы... Как? Это страшно. 5 лет, бляха-муха, в университете учиться не страшно и потом зарабатывать копейки. Вы идете намеренно в университет, ну что, вы, я же точно такая, идем намеренно в университет 5 лет. 5 лет я поживу в другом городе, 5 лет я там поголодаю, поучусь, ночами не посплю, чтобы потом как начать искать работу, а меня нигде не берут, потому что я без опыта, а потом мне уже 35 и не берут, потому что старая, и вот наконец-таки я нашла эту работу, и самая минимальная зарплата, самая минимальная, боже, как я этого хочу, посмотрите на нас, придурков, со стороны, мы вот все через это прошли. И вы сейчас скажете, ну тогда не будет там воспитателей, учителей. Будут, потому что люди боятся что-то менять, будут. Так вот, учителя уже могут прекрасно работать на Зуме. Вы знаете, что вот, допустим, я вот крашусь в блондинку, это очень дорого делать в парикмахерской. Я крашусь сама, и иногда так бывает, что у меня эксперимент мой какой-то не получается. И я бы так хотела найти девочку, которая сидит в Инстаграме и говорит, чтобы получить вот такой оттенок, я вам скажу формулу за 1000 рублей, за 2000, не знаю, сколько там, да? Скажу формулу, и по этой формуле вы будете себя красить. Я вам скажу, какую краску купить, где купить, и скажу вам формулу, как нанести. Я вам дам видеоурок, как нанести, и вы мне можете задать вопрос. Кто у нас парикмахер хорошо красит? Вы там стоите, дышите краской. Ага, а у вас еще может быть вот такой вот курс с формулой, уже записанный. Вы один раз его записали, этот маленький курсик. Он у вас висит в интернете. И пока вы спите, мои дорогие парикмахеры, вам на карточку капает денежка. Потому что у нас девочки... тоже хотят сэкономить. Не у всех есть денежки пойти в парикмахерскую покраситься. Они не знают, какую красочку купить. Они не знают, как нанести, как ручку поставить. А тут вы такая, которая всему научить. Девочки, а стрижечка? У меня, допустим, подружка себя стрижет. Вот, пожалуйста, вот кто бы меня научил вот подровнять там что-то где-то. Ну вот, ну я не знаю, вот, почему бы и нет. Можно стрижку научиться по интернету делать. Можно, я там молчу про весь фитнес, да, вот это вообще молчание. У меня ребенок ходит к репетитору, я сначала его возила, а потом я говорю, да какого фиг? Я должна ехать 30 минут туда, 30 минут обратно, ждать там час, деньги на бензин тратить, плюс еще задавать за учителя по Зуму. Шикардос, Зум, девочки, все, переключайтесь уже на новую жизнь, не делайте вот так вот, я вас прошу. Вот у вас есть последний этот шанс забежать в этот вагон, потому что сейчас пандемия нам показала, все теперь будет через интернет. Не прикасаться, не контактировать с людьми. Запрыгивайте в этот последний вагон. А мало того, нам вирус показал, как мы должны свою иммунную систему должны свою укреплять. Вот такие, кстати, вот новый продукт, который называется Витен. Он довольно-таки новый, не такой, как Тайга. Я его принимаю один раз в 3 месяца. Это такие капсулы. Вот такие вот. Ты насыпаешь капсулу эту в рот, рассасываешь, только 5 дней. Это сильнейший порошочек.
и ты не болеешь. Твой иммунитет становится просто такими сильными солдатами. Я не знаю, как я еще не подхватила вирус, я не знаю, я его даже не боюсь. Вот как только там какая-то сопля из носа полезла, вот у меня сын любит там ночью окно открыть, когда холодно, или там такое, знаете, все, сопли вижу. Я тут же ему начинаю слонячую дозу экстры. Все, один день, девочки, все. Это не... Но, понимаете, это же не может быть таким совпадением, что вот мы болели, два раза в год стабилем, просто стабилем, всю жизнь. А тут вот после тайги такое чисто совпадение, и мы перестали болеть. Мы за 2 года еще не болели. Я когда вот прилетела, единственное, с Чикаго, вы помните, я там, по-моему, голос потеряла, я была на свадьбе. Я вот так вот, стояла на улице, сиськи наружу все, а причем там температура минусная, ну, чтобы вы понимали, была. И я прилетела домой, и мне тут же стало плохо. Мне тут же стало ломать кости. Я думаю, все, капец. Я просто вот бутылку выпила за сутки. Все прошло. У меня остался только кашель. И этот кашель, я не знаю, как мне убрать. Это вот, ну, моя какая-то беда. Что-то не то. Только кашель. Вот, поэтому 2 года... Не может быть такого совпадения, что 2 года не болели. Какой мне коралловый клуб? Какой мне еще? Зачем мне куда-то прыгать? Для чего? Я тут получаю, простите, такие деньги, получаю машину, получаю каждый месяц пассивный доход. Нафига мне? Мне что, коралловый клуб заплатит за 2 года каждый месяц по 500 тысяч рублей? Я что-то сомневаюсь. Вы мне просто покажите, где можно такую зарплату получить. Чтобы не покупать, девочки, вот клянусь вам, вот, каждый месяц, вот это моя активность, все. Вот я должна каждый месяц купить вот это вот, все. Я покупаю гораздо больше, потому что я еще продаю в Америке девчонкам, тем девочкам, кто не хочет платить за доставку. Я сама плачу за доставку, я покупаю много экстри, я им отдаю просто вот по цене экстри без доставки, потому что я еще плачу за доставку с России. Вот, но это я покупаю излишки. Кому-то я дарю, там у меня есть девочка, а кому-то я продаю, то есть мне вот так надо. На английском для американца это пойдет. Послушайте, я вам хочу сказать так, девочки, кто живет в Америке, если вы сумеете продать этот продукт американцам, я вам гарантирую, вы станете миллионером. Вот просто сразу же, вот просто сразу же. Потому что они, когда увидят результат, вот как падает сахар, допустим, сколько здесь диабетиков, сколько здесь, да, на одних диабетиках просто можно работать и работать. Сахар падает на второй день. Самый скептический диабетик, это подруга моей мамы была, ну, она и есть сейчас, жива-здорова. Ну, муж не так сильно здорова, но жива, слава богу. Очень мама сомневалась ей дать тайгу. Она говорит, ты понимаешь, это моя подруга. А если что-то пойдет не так? А если не поможет? Говорю, мама, дай просто. На второй день написала ей подруга, говорит, послушай, говорит, я измеряю свой сахар. Говорит, у меня сахар, говорит, ниже. У меня, говорит, такого никогда не было. Вы понимаете? Щитовидка, гормоны, волосы. Я вам еще скину фотографию сегодня в сторис. Или уже кидала в сторис. А псориаз, дерматит 100% помогает. Да, вот Ника пишет, у Натальи склад тайги в Ялте, отсылает и привозит по всему Крыму. Хочу в тайгу, хотя сама из тайги в прямом смысле. Приходите, пожалуйста, пишите мне в директ все те, кто вдохновился, все те, кто хочет перейти из точки А в точку Б. Пожалуйста, пишите в директ, я вам дам ссылку на регистрацию. Будет путь нелегкий, но это стоит того. Смотрите вперед. И я именно... Вот смотрите, вот пусть я для вас буду такой мотивацией. Смотрите, богатых родителей нет. Богатого мужа не было. Никто не помогал. Никаких бойфрендов, которые мне кольца машины не дарили. Я не знаю, почему как бы так в жизни получилось. Я все сделала сама. Я себе поставила точку на... полной независимости. И даже если я сейчас прекращу работать, я буду еще существовать прекрасно несколько лет, просто вот, ну вот, просто шикардосно. Потому что я себе создала этот фундамент. Я без языка, живя в Америке, без документов, без ничего. Знаете чем?
просто, зараза, вот этим вот упорством, когда ты бьешься лбом своим и идешь, тебе все говорят, у тебя не получится, таких как ты полно, да кому ты нужна в этом интернете, да сейчас знаешь, только мошенников тебе деньги не будут отдавать, плевать она, мне до сих пор вот абсолютно люди пишут, которые мои подписчики, которые новые подписчики, они говорят, Юлиса, мы хотим попробовать экстру, вот просто попробовать, что надо сделать, я говорю, скиньте мне на карту деньги за экстру, за доставку, я вам отправлю. Кидают люди деньги. Слава Богу, что я не мошенница, я всегда всем все отправляла. То есть сделайте так, чтобы люди вас полюбили, чтобы люди вам поверили. И все. И, естественно, отправляйте им продукт вовремя всегда и держите с ними связь. Так, Юлиса, сама заказываю ники экстру. Как мне попасть в команду через тебя или Нику? Вот, у вас есть уже Ника, вам легче общаться с Никой, потому что она в Германии. Напишите Ники, и Ника вас зарегистрирует. Ника — это тоже моя команда, она зарегистрирует вас, это все, мы все вместе. То есть очень много людей, допустим, даже моих, стала перебегать, я дала ссылку своей подписчице, чтобы ей людей набрать, от меня стали перебегать к ней. Это мы одна команда. Жить хотите в Крыму? Ну, конечно, я вам хочу сказать, что да, в тайге холодновастенько, конечно. Но ничего не увы. Ну почему вы говорите увы? Не надо говорить увы, потому что вы не прошли путь с пункта А до пункта Б. Да, встала и пошла, как в песне у Манижи. Кстати, я послушала эту песню, очень такая животрепещущая тема. Мне не на кого. Вы знаете, может быть, даже вот когда вы смотрите каких-то блогеров, я не знаю, кто-то, у кого-то мужья богатые, их возят по всему миру, одевают их. И вы такие думаете, ну вот, блин, она мужа нашла такого. А у меня никого нет, абсолютно никого нет. Я все сама. Пусть вот мой пример вас мотивирует. Да, это 9 лет. Да. Но я еще раз говорю, что 9 лет на сегодняшний момент, но я-то стала зарабатывать гораздо раньше и стала себя чувствовать уверенно. Вложение нескольких лет. Но это лучше, чем вложить в институт и сосать верблюда, как говорила моя покойная бабушка. Ты куда сосать верблюда? 5 лет вложила в институт и получаю 3 копейки. Вот оно весело, вот оно хорошо. Зато не страшно, зато все стабильно и понятно. Девочки, отказывайтесь уже от этой стабильности. Уходите в своей голове от стабильности. Прыгайте в этот последний вагон. Когда еще вот можно запрыгнуть в этот интернет, прыгайте туда. Пробуйте. Вы думаете, у меня вот прям все получается? Да у меня тоже ни хрена много чего не получается. Вот не получается. Я вот все равно делаю. Избавит от прыщей. Смотрите, такая история. У меня у сына прыщи были очень сильные, его не избавило. Но мои подписчики мне скидывали фотографии девочки, у которых ушли прыщи. Я не берусь на себя вот так вот сказать, вот 100% избавит. Вот мне кажется, надо пробовать. Моему сыну не помогло. Мой сын избавился от прыщей только с моим серумом для лица, который я создала. А вот ему от прыщей именно не помогло. Вот, видите, Анатолий, я очень рада, что вот так вот тебе зашла тайга, и ты с этим складом, я вообще в шоке, я даже не понимаю, как это вот так у тебя произошло. Можно, что такое в Украине, можно это делать? Забудьте, пожалуйста, Украина, Казахстан, я в Америке, и я продаю на Россию, вы вообще вот своей головой только представьте, я нахожусь в Америке, и я продаю в Россию. Какая разница, где вы находитесь, если у вас клиенты хоть в Таджикистане, блин. Все ж онлайн, я говорю. Все можно делать онлайн. Для этого надо завести свой Инстаграм, удалить все эти фоточки детей, пирожков и всякой другой дребедени и начать писать посты, вдохновляющие, полезные, делать фотографии, будете беситься, не будет ничего получаться, стирать, удалять, опять делать. Но это того стоит. Если вообще далеко от сетевых получится, я не знаю, послушайте, ну, зависит уже от вас. Получится у вас, как я могу вам вот сказать, получится у вас или не получится.
Это зависит от той работы, которую вы приложите. Если я далека от изучения, если я далека от испанского языка, как вы думаете, у меня получится, если я начну изучать? Вот я вас спрашиваю. Я очень хочу знать испанский. Это мне поможет зарабатывать больше. Как вы думаете, у меня получится, если я начну учить испанский? Ну, это глупый вопрос. Что вы инвестируете? Какое свое время? Какие свои усилия? Для этого у нас есть наш чат, где мы обучаем. Ну, не мы, я тут сейчас на себя беру много, мы кричу. Нифига я там никого не обучаю. У нас есть Ника и Катя, которые профессионалы в этом. Катя — это топ-топ-лидер, которая разработала свою систему. Она знает, как взять этих детей, которые... Мы пришли, мы ничего не знаем вообще в этом. И она их начинает учить. Вот. Поучитесь у Кати. Приходите на вебинары. А тару, куда пустую деваете, деваете? Я лично выкидываю пустую тару в Америке. Но Россия, фирма берет у вас, вы собираете, допустим, там 100 бутылочек и посылаете на фирму, и вам обменивают. Вот на что обменивают? То ли на деньги обменивают, то ли на товар обменивают. Короче, на что-то хорошее обменивают. На что не помню, потому что я выкидываю. Но... Вилови фирма, она берет обратно тару. Вот и мне пока не очень понятно, но я иду с вами в команде. Хочу начать в свое время. Faberlic сделала большую команду. Было бы желание, вера в себя. Вот, если вы Faberlic сделали... большую команду. Пожалуйста, мне нужны такие люди, потому что вы уже понимаете, как это делается. У вас есть какая-то база, у всех сетевиков остается какая-то база. И когда какой-то один сетевик приходит в другую компанию, видит маркетинг-план, он видит, сколько он может зарабатывать, купя 3 бутылочки без закупок, диких, вы понимаете, без закупок. Он приводит всех своих туда. И там начинается просто такой движняк. Чем плохо, допустим, вот в том же Greenway, NL, там очень большие закупки надо делать каждый месяц. Вроде ты пришла бабки зарабатывать. Я пришла, у меня нет денег. У меня нет денег, я хочу заработать. Вы знаете, чтобы вы заработали деньги, вам надо каждый месяц покупать на 30 тысяч там или на какую-то, на, ну, я брякнула сейчас просто, да, на какую-то большую сумму. Так у человека нет денег. Как он будет покупать? Вот, а здесь, пожалуйста, купил 3 бутылки, ты и смотрите, куда ты денешь тряпки эти? Куда ты денешь только косметики Faberlic, когда ты ее закупишь? Куда ты идешь? А ты тут выпиваешь. Поменьше колбасы съешь, сэкономь на сыре. Вот я не покупаю ни сыр, ни колбасу. Чтобы вы понимали, при всем моем заработке у меня в холодильнике нет ни сыра, ни колбасы. Потому что я понимаю, что тут как... Поэтому, пожалуйста, напишите мне в директ, скажите, что вы из Faberlic. С условиями можно ознакомиться после регистрации. Вы попадаете в чат, и в чате мы присылаем ссылочки на вебинары. И там будут условия. Также можете зарегистрировать себя, это без оплаты. Регистрация. Не понравилось, вышли. Все. Там есть маркетинг-план. Единственное, что, девочки, когда вы регистрируетесь, пожалуйста, оставляйте свои правильные, блин, данные. Потому что есть такие умные люди, которые вместо телефона пишут 1-1-1, они боятся оставить свой телефон. Кто-то им будет названивать. Нафиг вы никому не сдались, никто вам не будет названивать, тем более я. Вы приходите в мою команду, мне еще вам звонить не хватало. У нас все по желанию. Вы оставляете мне телефон, Ника смотрит на телефон и добавляет вас в чат. Ко мне в чат. Вы не хотите быть в чате, вы выходите из чата, все, до свидания. Вас больше никто не добавит туда. И все. Никто не вам не звонит. Как в других там компаниях. Я такая, о, смотрю, мне там Маша добавит. Здравствуйте, Маша, я ваш там, как это, вверху стоящий. Нет, я не буду этого делать. Мне нафиг оно не нужно. И даже, знаете, меня раздражает, когда мне звонят, потому что у меня же там телефон есть. Или тот телефон, у меня несколько кабинетов, чтобы больше зарабатывать, или телефон другого человека. И вот такая еду, я помню, еще я с мужем была, еду такая, выходной, классно, все, телефон брала, дзынь-дзынь-дзынь. Алло,
Здравствуйте, Юлиса. Я зарегистрировалась тут под вас. Значит так, у меня такие вопросы, как, стоп, подождите. А вы меня спросили вообще, хочу я принять этот звонок? Как бы, может, человек, там, не знаю, спит, отдыхает, сексом занимается, а вы вот, ну, звоните. Это так не делается, невоспитанно, потому что никому не звоню. Никому. Если вы хотите что-то узнать, пожалуйста, у нас есть чат, есть директ. Нам надо как-то более быть... вот воспитана в этом плане, не тревожит человека. Поэтому я никому не тревожу, и никто из моих девочек, помощниц, никто никого не тревожит. Единственное, что мы берем телефон, добавляем в чат. Не хотите в чат, уходите, все. Все. Вас больше никто не потревожит. Вот, смотрите, какой прекрасный отзыв. 15 лет. О, сейчас, дайте сделаю. Сделала скриншот. 15 лет мучилась с мокнущим, атопическим, вашу дивизию, дерматитом. 2 года пью тайгу. Дерматит прошел практически сразу. Вот теперь услышьте меня. Сколько таких людей? И вы говорите, как продавать продукт? Вы продайте, попробуйте человеку тряпочки с Greenway, который атопическим дерматитом мучается. Или продайте ему вещь, которая его исцелит. За исцеление человек заплатит сколько угодно. Когда у меня какой-то, меня клюнул в задницу и мне плохо, я отдаю все деньги, лишь бы мне было хорошо. И это нормально. Вы понимаете? Тряпки продать очень сложно. А здесь человек, у него начнут расти волосы, у него гормоны придут в норму, у него месячные пойдут, дерматит пройдет. Да тут, ну, продавать нечего. Главное, уговорить человека попробовать, потому что человек бедный, который, знаете, вот ему, вот как у меня от кашля, но мне ничего не помогает, это хроника, ничего не помогает. И когда мне сейчас кто-то еще говорит, а попробуй вот это, блин, камон, я устала, я столько денег уже, я реально много денег на это потратила, и обследования все прошла, вот уговорить осталось такого человека попробовать. А когда он попробует, это просто все, это будет бомбически. А сколько нужно долларов для захода в компанию? Девочки, я не помню, но там они предлагают 3 разных варианта. Самый большой – это бизнес-пакет. Если вы хотите заниматься бизнесом и получать 50% в общем скидку на продукт. Это самый большой, и он, дабы не соврать, по-моему, $500 стоит. Есть средний, а есть самый маленький. Вот если вы хотите просто получать свой кэшбэк, чтобы вы... покупать себе и получать кэшбэк. Купили себе, купили побольше, вот продали человечку, все, заработали денежку, допустим. Так. Там какая-то вообще, опять, чтобы... 7 000 рублей, по-моему. Вот так вот где-то. А 7 тысяч... $100. Где-то $100. И это не заход в компанию, это вы продукт покупаете. То есть это вы не просто платите деньги. Заплатил за... Нет, это вы продукт купили, это ваша первая покупка. Вот так вот это. Хотите просто покупать продукт вообще без проблем. Покупайте его каждый месяц, вам будут давать кэшбэк, и у вас в итоге продукт выйдет за бесплатно. Вот и все. Как отстать от колбасы? Понять, что это какашка. А меня добавили в чат, а регистрация уже аннулировалась. Ну, сделайте себе регистрацию новую. Или выйдите из чата, если он вам не нужен. Доставляется и в Европу, и в Польшу, доставляется. Кто у меня с Европы хочет? У меня есть Ника, она живет в Германии. У вас там свои правила, свои, я их не знаю. Поэтому, когда вы ко мне приходите из Европы, я вас сразу же перевожу к Нике. Ника – это моя правая рука, это такая же я. То есть вы со мной, это у нас одна команда. Поэтому не говорите, ой, я не хочу к другому человеку. Ника – это я. Ника – это я без Ники вообще бы не знаю, что делать. Это моя правая рука. Поэтому я просто вас отдаю к Нике, она будет руководить, вам там все объяснять, рассказывать. Все в Европу тоже можно. Юлиса, я уже активировала контракт, я с вами теперь. Поздравьте меня. Поздравляю вас. Итак, я себе поставила цель, что я сейчас буду уделять этому больше времени. Я буду больше снимать видео, я буду больше рассказывать, я буду больше работать, чтобы выйти на свой миллион. Я хочу от тайги получать миллион. Далее. Как бы вам сейчас не было тяжело, я хочу, чтобы вы в своей голове видели четкую картинку. Запомните меня. Четкая картинка. 5 лет в институте вам не принесло? Ничего. Вы не купили машину, вы не купили квартиру,
ипотека не считается, вот это рабство не считается, вы не построили дом, вы не можете свободно ездить по миру. 5 лет вот в этой компании поменяют полностью вашу жизнь. Полностью. Новая будет жизнь при одном условии. Вы будете идти в гору с точки А. Будет тяжело, но вы будете туда идти. И если вы будете идти, если я вижу, что вы стараетесь, вы будете идти, я буду вам помогать. Я буду делать сторис про продукт, и я буду ставить вашу ссылку на регистрацию, чтобы к вам приходили люди. Я буду это делать, только при одном условии, что если вы будете стараться, я обещаю. Нет, в Израиле, смотрите, девочки, тут не важно, где вы живете, в Израиле кто-то этим занимается, это все онлайн делается. Какая разница, где вы живете? Ну, нет никакой разницы. Нет никого, да, у нас в Израиле бизнес-представители, и все спрашивают, и все что-то там псикают, боятся, не знают, как начать. Вот так вот можно и остаться, не знаешь, как начать. А знаете, как года быстро идут? Если бы я начала бы тогда, как я себе сейчас говорю, кем бы я была бы сейчас, пролетают года. Год пролетел вот так вот. Что вы сделали за этот год? Что вы сделали? Ничего. Вы думали, как плохо жить, как выжить. Одна мысль, как выжить. Вот, ну вот мы посвятили всю свою энергию мысли, как выжить. А мы могли посвятить свою энергию мысли, как научиться и пробовать. Как всегда, эфир с актуальной для меня темой. Да послушайте, это для меня сама актуальная тема. Вы понимаете, что я, когда говорю к вам всегда, я говорю к себе. Вот я тоже и устала, и меня задолбало все. И вот у меня очень много комплексов. Знаете, вот как интересно, я смотрю, как люди там показывают, я, это моя машина, это моя одежда, это я там. Мне всегда вот как-то, знаете, стыдно было говорить об этом. Я всегда как-то себя вот, ну, принижала. Ой, да что это, Господи, ну подумаешь там. Ну, Господи, да. Ну, купила. Ну, заработала. А сейчас такая посмотрела, такая тоже села, открыла свою кабину. Ну, ни хрена себе. Под 500 тысяч зарабатываю просто чистого пассива. Просто из-за того, что я вот там показала. Вот, девочки, это надо выпить вот так вот. Это от того-то, от того-то. Это гормончики. Обязательно отзывы поставила. Бах! Около 500 тысяч упало на карточку. Я такая думаю, так, это подождите, это ж я еще как бы ничего не делала, как бы не старалась вообще. А если я постараюсь? Я в Грузию уезжаю, планирую открыть там склад уже к осени, а там никого нет из представителей. Су немножко. Все суд. Вы знаете, я сейчас открываю компанию своей продукции в Америке, официальную компанию. Знаете, как я су? Это денег, как бы дофига вкладывать раз. Куда потом, как это продавать? Это надо делать сайт, и мне надо покупать рекламу у блогеров. Я тоже су, если честно. Но, как мне сейчас сказала астролог, если ты сейчас... А я об этом уже давно думаю. Но все су. И она говорит, если ты сейчас это не сделаешь, ты просрёшь. Все. Но если сейчас, вот в этот момент, ты начнешь идти вот этими шагами, это же я сначала себя мотивирую, потом вас, шагами, ты просто уже к осени поднимешься на другой уровень и на другой заработок. Через страх свой, просто через страх. Я квартиру не закладываю, то есть я такой человек, я не буду рисковать квартирой, последними трусами, я не буду брать деньги в банке, не буду. Я буду работать вот с той маленькой суммой, которая у меня есть, что если я прогорю, я никому не буду ничего должна. И я призываю к этому вас, никогда не берите в банке деньги на неизвестно что, даже вот если... Вы собираетесь прийти ко мне в компанию, да, сейчас в тайгу, и вы такие, о, я хочу там бизнес-кабинет иметь, но у меня нет $500, пойду-ка я возьму в банке. Вот я тот человек, который вам скажет, не надо. Возьмите сначала 2 бутылочки, и из этих 2 бутылочек размножьте себя до бизнес-кабинета, потому что вы можете потом перейти, но не будьте никогда никому должны. Потому что долг, он затягивает так, вы не заметите, как вас вот так вот обернет этот долг.
Я никогда в жизни не влазила в долги. Я начинала вот с такой вот. 2 рубля превращу в 4, потом 4 в 6, 6 в 8. И вот так вот шла. Естественно, конечно, вы можете услышать от других людей: да давайте, что вы боитесь рисковать? Идите, берите деньги. Вы что, лохи, что ли? Да давайте, рискуйте. Ставьте все. Нет, не, я никогда в жизни вам так не скажу. Не делайте этого. Я, кстати, собираюсь в Грузию этим летом. Я надеюсь, я доеду в Крым, и мы с девочками полетим в Грузию. Обожрёмся! Капец! Кстати, я без тайги никуда не путешествую. Никуда. Когда еще, знаете, там мы приходим, большая толпа. Я такая раз, сразу себе таёшки, потому что там все чихают, пукают, непонятно чем болеют. Все. Никуда. Там любое отравление. Девочки, отравление, рыгачки, стоун. Глисты, рыгачки, срачки. Снимает в миг. Почему я такая раздраженная? Это мое естественное, сука, состояние. С чего вы взяли, что я раздраженная? Знаете, есть такие люди, которые разговаривают вот так вот. Я смотрела тоже презентации всякие такие, они про свой продукт говорят вот так. Я не могу их и минуты смотреть. Я очень эмоциональная. У меня идет окраска эмоциональная. Я интересная и вкусная. И если вам мои специи и вот этого всего не нравятся, просто не ешьте меня. И все. Раздраженная. Может, поможет. Начала фибрилляки, когда родила второго ребенка. Денег не хватало, но шаг за шагом шла к цели. Чуть больше, чем за полгода выросла до директора. Хотя мне все говорили, у тебя не получится. О, ну все. Если вы там смогли... Я 9 месяцев уже в сетевом, а результат 0. Я в шоке. Вы знаете, я 9 месяцев хожу в зал, качаю задницу. Результат 0. Я в шоке. Знаете почему? В шоке не надо быть. Вы делаете что-то неправильное. Вот и все. Вы делаете что-то неправильно. Я сейчас... у нас же идет марафон. Вот сейчас в моем закрытом клубе фитнес-марафон. И этот месяц я посвятила активации ягодиц. Опять-таки, сама учусь. 20 лет. Какой 20? Уже больше. Тренер со стажем. С тренерским стажем. Выступала на соревнованиях, тренировала людей, качала чужие задницы. У меня по природе маленькая попа, но она маленькая. И последнее вообще время мне очень было тяжело ее поднять, она, ну, не накачивалась вообще. Я отказалась от весов больших, потому что, ну, как бы уже 40 лет, я уже не хочу свое здоровье портить. Ну, не получается, и все. И тут я начала, и я делала, не получается, ноль, вот просто ноль. И тут я села и начала разрабатывать программу иначе. Я нашла другой подход. Девочки, месяц, я сейчас скидывала, ну, вам, конечно, я не скину такую фотку, она слишком откровенная, скидывала подружкам фотку, я говорю: девочки, посмотрите, у меня начала расти задница, потому что я поменяла подход. Так, может быть, Оксана, вам тоже надо поменять подход, а не быть в шоке. Вы просто что-то неправильно делаете. Вы можете вести не конкретно страницу про тайгу, потому что никому не интересно будет читать только про тайгу. Вы можете вести страницу в интернете, где давать какие-то полезные... Вот смотрите, огромное количество в интернете рецептов каких-то там для здоровья, да, скажем, там от кашля, от геморроя. Вы можете это все оформлять красиво и между этими постами ставить, а вот это вот, допустим, от гормон. И почему? Для гормонального фона, да, и писать почему. Вы можете ставить отзывы. Все отзывы я даю свои, от своих девочек, пожалуйста, забирайте. Фотографии все до и после забирайте. То есть я предоставляю полную базу. Вот так, потому что если вы будете вести именно про тайгу, никто не будет это читать, это никому не интересно. Просто смотреть фоточки, когда баночки лежат вот так, а потом вот так, а потом вот так. Нет. Ага, скажите прикол. Девчонки, я вот честно, я не могу общаться
с человеком, вот есть люди флегматичные, вот, ну, вот есть они такие, да, ну, вот они вот такие есть, мне очень тяжело с такими людьми общаться. Я, знаете, какая, я вот где я появляюсь, я фейерверк, такая праздник, девочка-праздник, я вот такая по жизни, любой компании, все, ну, вот, у меня вот так вот. Вот такой я человек. Я и разговариваю так. Это не значит, что я какая-то психушка. Ну, хотя, конечно, это еще большой вопрос. Может быть, действительно психушка, но... Вот, должен быть какой-то вот этот фейерверк для меня. Я не могу общаться с флегматичными людьми. Мне становится скучно, я засыпаю. Дайте мне энергию, дайте мне страсти, дайте мне секс. Вот такое вот, знаешь, вот я это вот так. Почему я не крашу ресницы? Нет, потому что я и так красивая. Я абсолютно не накрашенная, и мне это нравится. Я не парюсь. Но я просто не захотела, не накрасила ресницы. У меня нет с этим комплекса. Нет, абсолютно у меня со Смитом, я прекрасно знаю Смита, ничего там я не раскачала, у меня вот другой подход. Кстати, про волосы, да, мне сейчас написала одна барышня. Её Лиса. Знаете, я когда... пародирую вот таких, которые мне пишут, что мне надо изменять, я обязательно делаю противный голос. Юлиса, у вас ужасные, сожженные волосы. Я говорю вам, что надо покраситься в свой цвет. И да, еще хочу сказать, что вам очень идет нежный вот этот макияж. Делайте его всегда. Причем я на фото без макияжа, как сейчас, ну, как бы я абсолютно без макияжа, вот именно вот так вот красить. Да твою же мать, да я же без макияжа-то вообще. А про волосы, да, девочки, волосы — это моя боль. Это у меня была короткая стрижка, мне писали «отрасти волосы», стала отращивать, мне пишут «подстриги волосы». У меня волосы настолько живые. Я вчера ехала в машине со своим кавалером. Он трогал мои волосы, вот так вот их трогал, вот так, говорит, боже, говорит, как они у тебя такие блестящие, как они у тебя такие живые, их хочется трогать, они как шелковые. Я говорю, а мои подписчики говорят, что они у меня сожженные. Сожженные, понимаете? Им виднее. Где смотреть отзывы ваших девочек по тайге? Напишите, пожалуйста, мне лично в директ, я вам дам ссылочку на отзывы в Телеграм. Как узнаете, если у кого-то индивидуальная непереносимость? Непереносимость на хвою. Если есть, тогда нельзя. Все, остальное непереносимости нету. Да, в Инстаграме нужно делать личный бренд, снимать интересные сторис, мелькать периодически с тайгой. Да. Да, да, да. Это точно. Не знаю, раньше вот так, чтобы не было прямых продаж, я сейчас уже, ну, прям впрямую вам в лоб говорю, что там это круто. Мой продукт для лица, он крутой. Купите его. Купите, блин, мой продукт, потому что он избавит вас от проблем с лицом. У вас лицо будет красивое, сияющее, свежее, бестонального, не надо ничем пользоваться, оно будет прекрасное. Уже в лоб говорю, потому что как бы уже такие продажи как бы из-под тишка, ну, они уже надоели. Ну, продукт классный, но что мне не говорить, чтобы вы его купили? Он крутой, блин. Ну, что ты сделаешь? Я очень хочу стать независимой, готова пахать, хочу понимать. А первые деньги, пусть небольшие, в среднем через сколько? Валентина, не... Плохие слова лезут в мой ротик. Вы понимаете, что я, вот что бы я сейчас ни сказала, я совру вам. Через сколько? Вот вы еще не сделали ничего вообще. А когда у меня будет первая зарплата? Нет, пожалуйста, не рассуждайте даже так. Через сколько? Не через сколько, потому что вы ничего не сделали еще. Понимаете? И какую бы я сейчас цифру вам не назвала, через сколько, я совру, потому что я не знаю. А может быть, у вас талант? А может быть, вы сейчас откроете Инстаграм, может, вы такие посты начнете писать, а может, вы такие фотографии начнете делать? Да у вас завтра будет продажа первая. А я вам скажу, ну, придется год пахать. Нет. А может быть, вы такая ленивая задница, что я вам скажу, через год? А вы мне вот так напишите, я 9 месяцев занимаюсь сетевым, ноль, я в шоке. Как я узнаю? Все зависит
от вашего стремления, от вот этой вашей хлопушки, которая сидит внутри вас. Да если вам надоело зависеть от кого-то, да разозлитесь на себя, как я злюсь на себя, скотина такая, давай поднимай задницу. Вы что думаете, мне не хочется? Это вы не знаете. Это моим подружкам достается, когда я беру трубку и призываю, я умираю. Я не знаю, встала, пошла. Ты на кого собралась дом бросать? Ты на кого собралась? У меня причем представители моей косметики, да, там вот Украина, Севастополь, две девочки. Они живут с процентом с продаж. Я говорю, все, девочки, я больше не могу. И встала, скотина, пошла, подняла свою задницу. Вот так вот со мной разговаривают. Меня такими матюками там полощат. А у меня тоже бывают в жизни моменты, когда все, ну я не могу больше. А на кого мне рассчитывать? Я злая на себя. Если я сейчас начну расслабляться, все, я пропаду в чужой стране, в Америке. Я пропаду. Сколько вас вот этого вот агрессивного состояния, как у меня, сколько его в вас? 1% или 100%? Чем выше ваше вот это агрессивное состояние, тем вы быстрее добьетесь результата. Потому что у вас нет выбора. Вот и все. Как нет этого выбора у меня. Чего? Можно я тоже между делом задам вопрос? Можно ли сделать черепашку быстрее? А теперь народились еще 2 черепашонка. Их можно ускорить? Вы меня простите, но я не поняла этого вопроса. Да, я знаю, что негативные комментарии пишут те, кто несчастлив. Я это прекрасно знаю. Потому что когда ты в состоянии простить, ну, я не знаю, так вот, знаете, как там, ну, простите меня за это сравнение, в состоянии ты обтраханности, да, когда у тебя все офигенско, когда ты получаешь нужное количество эндорфинов, ну, реально тебе плевать там, что. Вот, знаете, меня когда начинают рассказывать там про чужую жизнь, я говорю, остановитесь, не делайте этого. Мне не интересно туда окунаться. Мне кайфово. Чтобы купить продукт, надо зарегистрироваться. И все продажи делаются с сайта, все покупки с сайта делаются. Вы в Украине, в Гондурасе, в Таджикистане вы заходите на сайт и делаете себе покупку. Вам не нужен какой-то дистрибьютор, представитель, который принесет вам домой. Вы все делаете с сайта российского. Я недавно... кстати, Натуся, да, вот у меня тоже в Казахстане девочка, которая продает мою косметику. Я недавно приболела, выпила 3 пипетки экстра. Через 3 часа ожила, все прошло. Сделаю скрин. Вот, смотрите, видите, мне пишут отзыв. Я тут же делаю скрин. Обязательно нужны отзывы. У меня через 9 месяцев нету зарплаты, но я не сдаюсь. А вы в какую? Вы где? Вы с нами в чате или вы про какой-то другой сетевой говорите? Опять-таки же так вот пишут. Ну, слушайте, я не знаю, ну как вот, когда с вами Катя поработает, она расскажет на вебинаре про продукт, она расскажет, как это делать. Ну как? Но если вы только сидите дома и ничего не делаете, и ждете, что вот кто-то у вас как-то купит, у меня сейчас соседка пришла, ее сестра меня смотрит, и вот пришла соседка, говорит, Юлиса, вот там тайга, я ей продала вот эту тайгу, говорю, пейте, говорю, вам поможет, она бедненькая, плохо себя чувствует, приболела там совсем, и вот, уже соседи приходят, понимаете? Нет, никакой спиртовой основы нет, там вообще нет ни воды, ни спирта, нет. Злитесь на себя. Тряпки продать очень... Смотрите, мы вот с одной стороны этот поганый вирус, да, как он нам причинил, сколько вреда, а с другой стороны... Это момент, когда человек задумался, а что он должен сделать, чтобы не болеть. Ой, у меня уже просят создать формулу умывалки для лица. Смотрю, сообщение выскочило. А, медлительного человека ускорит. У меня не получилось ускорить своего бывшего мужа. Это черепашка.
Я не могу с такими людьми общаться. Вот все, я делаю все вот так вот быстро. Ну, наверное, кому-то, видите, кого-то я раздражаю. Надо подбираться, как бы, не знаю. Можно ссылку на сайт, пожалуйста, напишите мне в директ. Вот смотрите, Оксаночка, вы из Испании, и вы говорите про другой сетевой. Зачем вы мне говорите сейчас про другой сетевой, жалуетесь, что у вас нет зарплаты за 9 месяцев? Если вы в другом сетевом, если у вас нет моей команды, у вас нет моей Ники и Кати, у вас нет этих вебинаров, ну вот как я могу ответить на этот вопрос? А вы только дезинформируете людей, потому что они думают, о, Оксана 9 месяцев в тайге, у нее нет зарплаты. Вы понимаете, какая дезинформация идет? Вы тогда и пишите, я там в тряпочках 9 месяцев в Испании, ничего не зарабатываю, чтобы нам было понятно все. Это знаете, как, я обожаю вообще, Юлиса, делала гимнастику для лица, морщины появились, подбородок вырос, бородавка на жопе выросла, это гимнастика поганая для лица. Я думаю, ёперный театр. Думаю, господи, что ж я там на своем курсе продала? Я говорю, хорошо, да, что там, вы без скальпеля делали, что? Да это вообще был не ваш курс. Какого хера вы мне тогда пишете, если это был не мой курс? Вот что я могу сделать? Вот сначала обосрут, меня введут в состояние, когда я уже хватаюсь за сердце. Господи, всем же так хорошо помогала. Всем, что ж я сделала? Да это не ваш курс. Какого вы мне пишете, если это не мой курс? Пишите, пожалуйста, этому тренеру, у кого вы купили курс. Не так ли? Какой объем нужно реализовать, чтобы получать первые деньги? Одну штуку. Вы купили, чтобы получать постоянно кэшбэк, вы купили вот 3 штучки. Все, 3 штучки. И вы такая себе думаете, 3 штучки для меня многовато. Чего-то я это не выпью. Себе оставлю 1, месяц пропью, а вот эти 2 я продам. И вы продаете их соседке, подружке. Говорите, подружка, у тебя вот волосы выпадают, вот это классная штука, вот посмотри отзывы, посмотри, как все было, волосы перестанут выпадать. Вы продаете за подружки, возвращаете себе $30 за эту черненькую штучку. А эту вы продаете подружке, у которой там болеет ребенок все время. Говорит, просто вот давай ему 3 месяца, он тебя перестанет болеть. Отдали подружке, возвращайте себе $30. Вот ваши первые деньги. Самые простые первые деньги. Если вы не хотите заморачиваться, строить свою команду. Понимаете, когда вы строите команду, у вас идет пассив чистый. Чистейший пассив. Вот вы спите, а деньги идут. А когда вы не строите команду, а для себя и продаете, вы вот взяли себе 3, продали, деньги вернули. Но там у вас еще есть кэшбэк, за которую вы купите в следующий раз, и с этого кэшбэка получите кэшбэк. Это, конечно, не такие большие деньги, как когда у вас команда. Конечно же, вам никто за это машину не даст, потому что машину дают, когда ты строишь команду. Но это живые деньги, которые у тебя вот в руках, какие-то вот на какие-то твои элементарные расходы. А если, допустим, твоя соседка пропила, говорит, слушай, мне помогло, хочу еще покупать, а ты ей говоришь, Маша, зачем тебе покупать через меня? Ты вот зарегистрируй себя на сайте и будешь еще кэшбэк получать. И рассказывайте ей ту же историю, что я сейчас вам рассказываю. Потому что каждому человеку хочется получать. Ей нравится продукт и получать кэшбэк. Why not, как говорится. Так вот, она регистрируется по вашей ссылке, а компания вам за это дает денежку, что вы привели человека, и все. И так оно пошло с сарафанным радио. Так, это я тебе написала, хотят умывалку, и может мужчинам какие-то масла увлажняющие. Сейчас много мужчин хотят за собой ухаживать. Девочки, все масла, которые я делаю, все эликсиры, они также подходят для мужчин. Спокойно. У меня есть клиенты мужчины здесь в Америке, которые покупают ежемесячно, обожают, возвращаются. Умывалку делать это очень дорого, а продать ее можно задешево. Поскольку это делать не завод, а своими руками, это очень большой геморрой, поэтому никакой умывалки не будет. Это продукт копеечный, а я должна буду его делать очень долго. Это затратные продукты.
Так, я сама такая, мне нужно все быстро и сразу, но быстро только у кроликов, это точно, терпение и упорство, да. Для чего я сама стала принимать этот продукт? Короче, рассказываю тем, кто не в курсе. 2 года назад я отдыхаю в Крыму, звонит мне Ника и говорит, слушай, говорит, Юлис, говорит, тут такой, говорит, классный продукт, вот так-то и так. Начинает рассказывать, говорю, Ника, говорю, отстань, говорю, я ничего не хочу, вообще не трогай меня. Вот я именно так и говорила, она меня добивала все лето. Вот я была лето в Крыму, она меня добивала, говорю, Ника, говорю, ты меня достала, говорю, просто, говорю, да отстань ты, ну я не хочу. Она такая, я умоляю, пожалуйста, попробуй, вот просто, говорит, попробуй. Ты понимаешь, что ты отказываешься от того, чего не пробовала? Короче, она меня, я не купила, я приехала в Америку в сентябре, и она говорит, пожалуйста, говорит, возьми себе бизнес-пакет. Я говорю, я не хочу платить 500 баксов за бизнес-пакет, покупать кота в мешке. Она говорит, ты понимаешь, говорит, что это изменит твою жизнь полностью? Короче, она меня, вот, знаете, не мытьем, так катанием взяла. Я вам клянусь, она меня очень долго уговаривала. И в итоге, что я сделала? Каким путем я пошла? Я не хотела платить 500 баксов за продукт. Слушайте, каким путем, значит, я пошла? Ты хитрая нафига. У меня есть подружки, у которых у всех выпадают волосы. У всех выпадают волосы. Я говорю, девчонки, говорю, вот мне подружка предложила такой продукт. Я говорю, и там есть экстра, которая остановит выпадение волос, и волосы улучшит рост. Я говорю, кто хочет, говорю, мне надо отдать 500 долларов самой и купить много, там тебе дают много. Говорю, давайте, говорю, с вами разобьемся по сотке, и каждый купим себе там набор, на сотку набор был. Я говорю, кто хочет? У меня 5 человек нашлись просто вот так вот, бум, сразу же, потому что у всех проблемы, у всех абсолютно проблемы с волосами, со здоровьем, с писькой, сиськой, с гормонами, со всем проблемы. И мы купили все по сотке. Все, мне бизнес-пакет вышел в $100, чтобы вы сейчас понимали. Что я делала дальше? Я такая посмотрела, думаю, окей, думаю, люди хотят зайти в бизнес, у них нет денег. Я собирала людей, по 5 человек, объединяла их, покупала еще, они покупали продукт, и у меня оставался этот бизнес-кабинет. И кто-то его из этих людей забирал себе, кто работал. Потом я продавала бизнес-кабинет, и я делала так, что я сама все выкупала, и у меня оставались эти бизнес-кабинеты пустые. И я, по-моему, продавала за 10 тысяч этот бизнес-кабинет. То есть не за 500 долларов, а за 10 тысяч человек сразу мог покупать уже по скидке. Чего я только там не крутил? Девочки, а эти 2 кабинета еще подо мной. Ты будешь, допустим, иметь 1 кабинет и зарабатывать одну сумму. Но ты себе делаешь еще 2 кабинета, допустим, вот, на имя подружки, да, у меня как подружка, и зарабатываешь уже другие деньги. Я вас умоляю. Это все легально. То есть не это сам, то, что там я складывалась на бизнес-пакет, это все легально. То есть я никого не обманывала. Ты можешь делать все, что хочешь. Главное, в рамках компании. То есть всегда можно придумать, как заработать. Послушайте, у меня та подруга, да, кто на тайге действительно прекращает выпадать волосы, действительно. А вовнутрь надо принимать и втирать. Втирать и вовнутрь принимать. Зачем 2 бизнес-кабинета? У меня 3 бизнес-кабинета. Чтобы деньги зарабатывать. Дарья, чтобы зарабатывать больше денег. Чтобы строить свою структуру и зарабатывать больше, больше и больше. Для этого. Всему этому у нас учит Ника. Она все рассказывает. Допустим, вот Ника мне говорит, смотри, у тебя сейчас по структуре пошло так, что тебе надо сейчас вот в этом кабинете прибавить людей, вот в этот кабинет. И тогда ты получишь вот столько-то денег. То есть она это все разруливает. У нас Ника великий математик, который смотрит на вашу сетку, она может зайти к каждому человеку, там специально есть вход, и она смотрит, так, у Дарьи, чтобы вот она заработала побольше, ей надо сделать то-то, то-то, то-то. И она, Дарья, вам надо в этом месяце сделать 2 продажи, тогда вы заработаете 100 тысяч. А Дарья и не знала, да, грубо говоря. И Дарья такая, о, так, мне надо постараться, значит, все. То есть Ника этим процессом руководит. Почему? Я говорю, почему у нас классно? Потому что у нас Катя учит, а Ника руководит процессом. Она смотрит, следит, она ищет лидеров, кто хорошо работает. Так, Даш, надо здесь то-то, то-то сделать, ты получишь столько-то, столько-то за это. Понимает? У нас вот такая вот крутая команда. А что я делаю? Трыжу своим языком.
который у меня хорошо подвешен. Вот что я делаю. Да, Ника у нас удивительная. Да, поэтому если вы думаете, что вы будете брошенки, нет. То есть вы пришли, дальше делайте, что хотите. Если вы реально будете как бы в команде, в чате, Ника, Катя просто все разрулят. Вот. Послушайте, давайте я не буду сейчас называть цифры, через сколько у подруги прекратилось выпадение. Это было 2 года назад. Я не хочу сейчас в этих цифрах сказать что-то вам неправильно, но я могу вам единственное сказать, что аталопеция помогает. Мои подписчики высылают фотографии. Посмотрите, пожалуйста, ниже в моем профиле. Аталопеция помогает. Врачи американские помочь не могут, а тайга помогает. Вот и все. Я пью экстру с декабря. Волосы не выпадают. Я крашеная блонда, много новых волос. Но вот точно так же у меня. Вот написали мне это, я делаю скрин. Оп. И этот отзыв я ставлю. Этот отзыв. Знаете, что продают? Отзывы. Если вы видите, у меня Юлиса Отзовик, много очень отзывов по моему продукту для лицу. Я всегда стараюсь сделать так, чтобы было имя человека, что-то я не сама себе накалякала отзыв. И если вы хотите купить мой продукт какой-то, вы видите, кто мне написал отзыв, и такие втихаря, а сейчас я ей напишу и спрошу, правда ли это или нет. Вы можете всегда написать человеку и сказать, здрасте, я видела ваш отзыв. Это правда? И человек вам скажет, да, это правда. Вот, поэтому отзывы всегда заставляйте людей делать фотографии, писать отзывы, потому что отзывы вам будут приносить деньги. Я продаю отзывами. Вот и все. Окей? Девочки, заключение. Я думаю, что вы вынесли. Неважно, где вы ко мне в команду, не ко мне. Это все неважно. Поинт был в чем? С точки А перейти в точку Б. Это труд. Вспоминаем свои институты 5-летние и понимаем, что это того стоит. И еще один отзыв. А у меня за 4 месяца восстановилась гормональная гормоны щитовидной железы. Раньше 5 лет гормоны пила. Вот и все. Человек 5 лет пил гормоны, а за 4 месяца восстановился гормональный фон. Вот и все. Это моя давняя подписчица. Вот такие дела. Давайте, девчонки, дерзайте, подгоняйте себя. Пусть я для вас буду примером. Если у вас, конечно, есть выбор, вы можете приткнуться к мамкиной сиське, пойти жить к бабушке, пожевать хлебушек, сухарик и ничего не делать, это вопрос другой. Если у вас нет выбора, как у меня, у вас все получится. За ссылкой, за регистрацией обращаться ко мне в директ. Я сейчас буду вам скидывать ссылку на регистрацию. Либо я поставлю сторис, и там можно регистрироваться в сторис. Прищи на лице сыну, возьмите ему, пожалуйста, мой новый серум, Clear Skin называется, который помог моему сыну. У моего сына были гнойные прыщи и не помогало ничего. Серум помог ровно за 2 месяца. Попробуйте его. Прощаюсь с вами. Посылаю вам свою хлопушку, пусть моя энергия долетит до вас, заразит вас, погрузит вас вот это все хлопушечное, и вы начнете действовать. Всего вам самого доброго, пока-пока.